Всем привет, наш дорогой комьюнити. Мы начинаем сегодня новый доклад в рамках нашего комьюнити. Комьюнити наше увеличится и растет. Мы очень приветствуем новых инженеров. У нас точатся жаркие дискуссии в Фейсбуке. Поэтому, если у вас есть желание поучаствовать, пообщаться с разными embedded-инженерами, пожалуйста, подключайтесь к нам. Сегодня у нас, я не буду долго рассказывать про комьюнити, сегодня мы будем, быстрее это пройдем, сегодня у нас будет доклад про автомотив. Вячеслав его сегодня нам расскажет. Я хочу только добавить, что у нас есть Q&A-секция. Соответственно, если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте их в Q&A-секции. Вячеслав на них ответит в конце. У нас еще будет, вернее, записывается этот доклад, и он будет выложен на YouTube. Поэтому все желающие смогут, те, кто не смог, к сожалению, сегодня к нам подключиться сейчас, сможет ее посмотреть потом офлайн, скажем так, в удобное время. Мы скоро начнем. Единственное, что Владимир с нашей стороны хотел еще добавить пару слов, поэтому передаю слово Вове. Ребята, всем привет. Сейчас я пошарю. Добро пожаловать на наш вебинар. Очень рады всех вас здесь видеть, слышать, скорее всего, слышать. Я хотел бы сказать несколько слов о нашем Embedded Online Career Марафоне, который стартовал сегодня официально. То есть мы приглашаем вас заплатиться по желанию на наш Embedded Online Марафон. То есть вы можете подать свое CV с 18 января по 27 включительно, пройти интересное интервью и найти для себя один из интересных проектов по направлению Embedded. В основном, то есть как бы наш Embedded Online карьер-марафон приурочен, скажем так, вот по большей части он ориентирован на автомотив проекты, но, как вы знаете, у нас есть большая, огромная портфолио проектов, которые вы можете выбрать и определить для себя как интересное направление. Что хотелось бы еще добавить, то есть как бы подача CV с 18 по 27 января, интервью можно пройти включительно с сегодняшнего дня по 29 января. И после того, как вы успешно пройдете интервью, мы сможем предложить вам хорошие условия и предложение задружиться в нашу компанию, а также пройти месячное обучение по направлению Linux Kernel. Если кому интересно, пожалуйста, оплайтесь, будем очень рады с вами пообщаться. Линк на детальное, детальная информация будет пошарена с вами в чате. Хорошего всем вебинара. Передаю тогда слово Вячеславу. Спасибо большое. Так, ну, я думаю, меня видно и слышно. Добрый вечер всем. Собственно говоря, сейчас я пошарю скрин. Да, добро пожаловать на Automotive One-on-One Current Trends. Меня зовут Вячеслав Сальников, я тимлид на Automotive проектах. У нас есть один клиент, и, собственно говоря, у него есть несколько крупных и парочка проектов поменьше. Вот, собственно говоря, у нас адженда такая. Mysterious Tier 1 Customer, это я немножко расскажу про нашего клиента. Конечно же, не упоминая того, кто это и, в общем-то, где он расположен, но это, в принципе, стандартная процедура. Какой мы хардвар используем на нашем проекте, какие конкретно технологии дальше мы позже используем. То есть гипервизор, AGL, Android и AUTOSAR. Вот. Собственно говоря, насчет нашего заказчика, это
европейский Tier 1 подрядчик, к которому, в общем-то, приходит много разных клиентов со всего мира, допустим, с Германии, из Америки. И сейчас работаем с двумя разными клиентами, и все проекты от этого клиента, они основаны на Qualcomm Snapdragon SoC, собственно говоря, на тех SoC, которые еще недоступны извне Qualcomm, то есть о них почитать не получится. И я просто потом вкратце расскажу о том, что там конкретно используется. Расскажу немножко о том, какая периферия еще используется, более-менее специфичная для автомотива, а не только для каких-то embedded проектов. Расскажу про то BSP, которое мы используем на нашем проекте, которое Qualcomm предоставляет и которое мы дальше развиваем под специфичное железо. Какие у нас подпроекты и какие мы задачи там исполняем. Потому что задачи очень сильно различаются, и об этом можно упомянуть более детально дальше по проекту. Собственно говоря, это очень приблизительно похожее железо, которое используется на нашем проекте. Это просто evolution board от Qualcomm на Snapdragon 820A на Automotive SoC. Такую, в принципе, можно найти в интернете. И, в принципе, она используется, использовалась на некоторых проектах в GlobalLogic. Скорее, чисто как evaluation board. То, что мы сейчас используем, понятное дело, что это Qualcomm Snapdragon Automotive, именно Automotive, потому что там есть и Mobile-версия, и другие, собственно говоря, чипы у Qualcomm присутствуют. Используется 8 ядер. И, типичное разделение для Qualcomm — это 4 Silver ядра, они где-то, это зависит от того, какой конкретно SoC используется. Они идут от 2,2 ГГц на ядро. Дальше есть 3 Gold ядра, которые приблизительно где-то 2,5, и 1 Gold Plus, которое 2,7, и, по-моему, может быть больше. В общем, я дальше расскажу еще, какие конкретные SoC есть от Qualcomm, потому что они все-таки... Там есть определенная градация, которая не совсем очевидна. И, по-моему, это недоступно широкой публике. Вот. Типичная Adreno GPU. Так как мы особо на нем не сосредотачиваемся, то, в принципе, оно есть, оно работает. Это просто замечательно. Все наши имиджи хранятся на UFS-системе, то есть нет уже и MMC. И, по-моему, на автомобильных проектах с EMMC или стараются уйти, или просто это текущие тренды, все пытаются уйти от EMMC и использовать UFS. Объемы там отличаются. Я тут указал, конечно, 265, но на самом деле тот объем, который собирается поддерживаться в некоторых системах, это даже 512 гигабайт, что, в принципе, достаточно, крутая флешка. Естественно, есть, конечно, варианты, где присутствует несколько UFS-чипов, то есть там в целом объем памяти может где-то до терабайта доходить. Если говорить про DDR-память, то, опять-таки, в зависимости от проекта используется там от 6 до 32 гигабайт. Пока это LPDDR4, но, опять-таки, в будущем, в принципе, я думаю, не совсем далеком, будет все-таки использоваться еще LPDDR5, которая, по-моему, еще только анонсирована, или она уже вышла, я точно не помню, честно. Потом, естественно, Qualcomm он поддерживает такие простые шины, как I2C, SPI и UART, но... Это не жестко сконфигурированные шины, допустим, на STM-32. То есть
есть какие-то, например, пины, их можно сконфигурить под UART, и, например, все. Может, еще SPI. Ну, это так образно. Я никакой конкретной стемки не привязывался, поэтому тут ничего не буду развивать. Но как бы у Qualcomm есть вот Qualcomm Universal Peripheral блок, у которого есть 3-4 выхода, точнее 4 пина, которые можно настроить по-разному. Ну, собственно говоря, под SQRC, SPI, UART, и, ну, в общем-то, есть там интерфейс, который, правда, нами не используется, это iCubeC, как бы продолжение iSQRC. Просто намного-намного быстрее. Ну, собственно говоря, видеоинтерфейсы. Опять-таки, плюс-минус типичные DSI и DP. Ну, в текущем поколении, которое как бы известно, да, то дисплеи, насколько я знаю, они, ну, максимум в 3К работают. 3К на 60 Гц, но, ну, дальше я потом расскажу, что мы как бы как раз вот делаем вот решение для, ну, будущего, которое наступит там через пару лет. Бы конец проекта 2023 год, ну, может, там, чуть-чуть дальше. Это для одного из проектов. То, в принципе, это мы уже будем говорить про 4К на 60 Гц в автомотиве. По CSI это интерфейсы для камер, если кто не знает. Собственно говоря, опять-таки, из того, что доступно сейчас, но как бы Full HD камеры 60 FPS это нечастое явление, особенно если говорить о том, что на нашем проекте их до 10 штук поддерживаются. Ну, об этом я чуть-чуть дальше расскажу. По аудио, ну, в общем, в любом случае там присутствуют аудиоинтерфейсы, TDM от 8 до 32 бит и I2S. Bluetooth VLAN суппортится отдельным чипом, то есть это, ну, как бы, в принципе, наверное, известный чипик UCA, о которых тоже можно, наверное, почитать плюс-минус на сайте Qualcomm. Ну, что можно сказать? Это, конечно, не будет там 5G, но, в принципе, как кажется, для автомобиля нужно, то будет вполне достаточно. Ну, USB тут указано как часть connectivity и networking. Так это обычно делается. Ну, понятное дело, что автомобиль Ethernet есть и так далее. Как бы есть еще интерфейсы, которые, ну, в принципе, не несут какой-то важности, а-ля там power supply отдельные, как в виде отдельных микросхем, ну, и так далее. То есть, в этом, наверное, ничего интересного нету. Да, из того, что конкретно на автомобиле используется, то, что используется на нашем проекте, и я, если честно, ну, как бы, когда я занимался, допустим, просто обычным embedded'ом, я с таким не сталкивался. Может, мне так повезло, но кто знает. Собственно говоря, A2B, шина, разработана, ну, не только, конечно, для автомотива, но в автомотиве она используется, в принципе, повсеместно. Собственно говоря, идея тут видна из картинки, что куча кабелей, которые использовались для, ну, как бы, для подключения аудиодевайсов, они просто заменяются на одну шину B2B, вот, которая достаточно просто управляется через NTC интерфейс. Девайсы подключаются уже дальше через эту бишину, когда есть chain, и, в принципе, доступны без какого-то, без какой-то сложности. Ну да, естественно, то, что я сказал, что все это происходит с помощью одного ETP кабеля до 15 метров. Что как бы для автомотива тоже важно, чтобы кабелей, во-первых, было не так много, потому что там и так их много. И опять-таки, как бы, чем меньше кабелей, это уменьшает вес автомобиля. Ну, и, в общем, это хорошо. В целом. Это FPD-Link. Собственно говоря, это, ну, один из стандартов, разработанных, ну,
принципе, не только для автомотива, но он очень часто, если не сказать постоянно, используется в автомотиве. Ну, там есть еще одна альтернатива. Я о ней, может, расскажу. Но в целом, в чем суть вот этого? Это, в принципе, то же самое, что и с A2B шиной. То есть мы пытаемся уменьшить количество кабелей и заодно уменьшить, как бы, возможность, ну, как бы увеличить помехоустойчивость на этой линии. Собственно говоря, у нас есть SOC, который в данном случае, допустим, работает, ну, сериалайзер. Дальше идет FPD-Link, это дифференциальная пара, которая проходит по обычному коаксиальному кабелю. Тут же по этому коаксиальному кабелю идет питание, что тоже, как бы, хорошо для автомотива, ну и в целом, как бы, для удобства разработки этого хардвара. На другом конце находится, собственно говоря, десериализатор, и дальше это, как бы, ну, изображение, как бы, присылается через эту цепочку и потом выводится на дисплей. Ну, понятное дело, что тут достигаются высокие скорости. В любом случае, это нужно для видео, видео out и видео in, для дисплеев и камер. Без этого никуда. Потому что нужно, например, даже иногда с одного чипа поддерживать, ну, несколько дисплеев в каком-то приличном разрешении, 60 Гц, то есть тут уже никуда не убежишь от этого. Ну да, как бы. Обычно коаксиальный кабель до 10 метров. И, в принципе, благодаря тому, что это дифференциальная пара, вот мы и получаем, в принципе, ну, как бы, ну, кабель может быть еще закрыт шилдом, чтобы еще уменьшить вероятность. Но, собственно говоря, благодаря этой технологии получается достичь 10-метровых кабелей, которые, ну, не подвержены интерференции. Вот. Собственно говоря, то, зачем мы это используем на наших проектах. У нас, если говорить про основной проект, который, ну, собственно говоря, уже длится пару лет, и вот в планах, что он должен быть релизнут где-то в 2023 году, у нас есть три версии SoC, ну, естественно, как бы три флейвора железа, как бы low, mid и high. Собственно говоря, на low мы имеем два DSI-интерфейса, точнее, один DSI-интерфейс и один DP, которые подключены к двум отдельным сериалайзерам. И дальше эти сериалайзеры подключены к, ну, к двум панелям. Одна — это класс, instrumental cluster, а вторая — это, собственно говоря, head unit. Ну, на остальных версиях там просто количество дисплеев, оно увеличено. То есть, если уже говорить про мид, то там как минимум 2, но максимум это 3 отдельных дисплея. То есть, может быть, там будет присутствовать какой-то rear seat infotainment. Может быть, как бы это не точно. Но в случае с high-версией, то там точно 4К, 4 дисплея на DP, они, ну, должны быть для instrumental кластера, плюс head-юнита и двух дисплеев для rear-seat infotainment. Вот. Если мы говорим про камеры, то, опять-таки, камеры отличаются по количеству, ну и, собственно говоря, по разрешению тоже. И используется в нашем проекте от 4 до 10 камер, в зависимости от того, какая версия железа используется. То есть это low, mid или high. То есть на high, понятное дело, там их 10,
4 камеры для кругового обзора, одна камера для паркинга, одна камера, которая следит за состоянием водителя, и вот остальные камеры, они относятся к карго, то есть, ну, не знаю, это или багажник, или это что-то, что-то еще. То есть, как бы, детали, как, где это будет использоваться, я особо не вдавался, вот конкретно этих камер, но в целом их может быть до 10 штук. И опять-таки, они все работают в Full HD, ну, 40 FPS это. Ну, такое среднее какое-то значение, в принципе, максимум это в любом случае 60. То есть, я думаю, если посмотреть, то, наверное, какие-то камеры будут на 40 или на 30 работать, но большая часть должна работать на 60, как требование на проекте. Собственно говоря, это, наверное... А, ну, это FPD-Link, собственно, то, что мы знаем, ну, как бы все могут, допустим, о ней почитать. Это сейчас доступно FPD-3-Link стандарт. И, собственно говоря, он поддерживает как раз до 3К, и, ну, вот по камерам я точно не скажу, но чуть-чуть меньше. Может, там 5 мегапикселей камера или 2 мегапикселя. Ну, в общем... Точно не скажу, поэтому не буду на этом настаивать. Вот. С выходом новых сериалайзеров, десериалайзеров, которые мы используем, у нас, ну, как бы, у остальных производителей появится возможность использовать FPD-4-Link. Собственно говоря, вот это, ну, тут написано про FPD-4, то, что максимальные скорости там 27 гигабит в секунду на двойном канале. Ну, если на одном, то просто пополам. Сейчас это, ну, по-моему, 13 еще нужно, по-моему, пополам поделить, чтобы получить FPD-3-Link скорости. Вот. Так, дальше. HDE by ST — это одна из технологий, которая тоже используется на наших проектах. В принципе, это не прям вот... специфично для автомотива, вот, как, например, сериалайзеры и десериалайзеры. То есть это, в принципе, в потребительской технике используется, в медицине, ну, в индустриальной какой-то сфере, в принципе, может использоваться. Суть в том, что... мы можем туннелировать несколько различных интерфейсов просто по одному UTP-кабелю. Что об этом еще можно рассказать? Ну, как бы, да, один из плюсов — это near zero latency, меньше 10 микросекунд. Да, это очень нужно для real-time приложений, которые в автомотиве достаточно часто встречаются. Ну и, в принципе, опять-таки, все сводится к тому, что вот у нас есть как бы несколько интерфейсов, мы можем передавать на высоких скоростях данные, и опять-таки это происходит по одному кабелю. То есть как бы, все пытается сжать до того, чтобы как меньше использовалось кабелей автомобиля для передачи данных. Вот. Так что, в принципе, как бы это все можно назвать одним трендом. То есть упрощается, собственно говоря, ну, электрическая и механическая часть в автомобилях. Ну, больше электрическая, понятное дело. То, что, собственно говоря, мы на наших проектах используем. Ну, нам... Я могу сказать, что нам, в принципе, повезло то, что мы используем QNX и QNX гипервизор. Ну, так как отдельных два продукта, но, по сути, гипервизор, он, ну, сделан на основе самого QNX. Гипервизор,
Ну, собственно говоря, это Type 1 гипервизор. Да, я о нем начал говорить, но ладно. Сыкнул. Ну, в принципе. Но получается, все выглядит так, что вот у нас есть как бы QNX, запускаются его там какие-то сервисы, которые нужны для работы, и виртуализация выполняется с помощью отдельной библиотеки для виртуализации. То есть она позволяет запускать множество разных гостей, но гостевых систем, в принципе, которые там на картинке были видны, это можно показать. В нашем случае, ну, понятное дело, что у нас используется ARM 64. Ну, это все замечательно, но как бы вот у нас используется Linux, конечно, это просто Linux, а не AGL, но в принципе, и Linux тоже поедет запросто. Ну, как бы QNX понятно. В принципе, у нас еще используется Android. То есть есть два варианта. На одном из проектов мы используем Android как гостевую систему, на втором используем AGL Linux. Вот. Да, собственно говоря, ну, углубляться в детали по QNX и гипервизору я не буду, но так в целом, что QNX работает на microkernel архитектуре. Это hard real-time RTOS, то есть мы можем детерминировать, за какое время будет выполнена задача. Ну, 100% или около того. Save by design. Это, в принципе, тоже как бы один из трендов. Ну, в принципе, я потом в конце о нем немножко упомяну. Но, по сути, это то, ну, одна из причин, в принципе, по которой QNX используется. Ну, как бы то, что это микрокернел, это hard real-time RTOS, и то, что это очень безопасная система для автомотива. То есть она получила сертификацию по IOC 26.26.2 на уровне, если так можно сказать, ASIL-D. Вот. Поэтому она, в принципе, может считаться безопасной для использования. И, ну, как бы поэтому уже поверх самого QNX пытается запускать какие-то другие операционные системы типа Linux, там, Android, еще чего-нибудь, что там заказчику потребуется. Но как бы с точки зрения безопасности клиент будет, ну, изолирован от дополнительных проблем. То есть не нужно будет сертифицировать отдельно Linux, если он будет ставиться именно на сам хардвар, как там, вместо QNX. Ну, а так как, ну, как бы Linux, да, он, конечно, безопасный, но многих людей это вызывает вопросы, на самом деле. Наверное, именно из-за того, что Linux еще не прошел IOC 26.26 на какой-то уровень. И, ну, в автомотиве это вызывает большие вопросы, как я понимаю. Ну, то есть поэтому Linux, там, Android, они используются чисто как инфотеймент-система, но не базовая. Вот. Ну, Resource Manager Support — это, собственно говоря, способ разработки драйверов в QNX. То есть там нету kernel драйверов. Там есть микрокернел и дальше как бы отдельные драйвера, которые работают с железом, или user space драйвера, которые, ну, точнее, как бы не user space драйвера, а программки, которые работают, они все грузятся именно в user space. Как бы обычно так все и поставляется. То есть BlackBerry они собирают у себя там под железо заказчика, ну или там вместе с OEM они разбираются, как это все поднять, и потом предоставляют просто бинарями все. Ну, а конфигурация, ну, понятное дело, там в каком-то формате присутствует, ее можно поправить, но в ядро никто не залезет в любом случае. И это хорошо, на самом деле, с одной точки зрения. Другое, ну, может, кто-то хотел бы что-то поправить, но QNX себя уже зарекомендовал как хорошая система, поэтому есть ли в этом какой-то смысл.
Да, у нас как раз QNX используется для инструмента кластера. Heads-up display может быть, но для инструмента кластера это 100%. То есть вот если мы, ну, не знаю, туда-сюда, ну, короче, в QNX работает DSI интерфейс, ну, который, понятное дело, подключен к сериалайзеру, и дальше он подключен к десериалайзеру какой-то панели видео. Ну, в любом случае, это как бы панель, которая отвечает за инструмент кластер. Вот. Чтобы в случае того, если там Android решил упасть в виртуальной машине или ну, что-то там с ним произошло не так, у нас не отвалилось как бы показание датчиков скорости, топлива и так далее. То есть, поэтому это тоже одна из причин, почему QNX используется, потому что он надежный в этом плане. Вот. Ну, для heads-up дисплея это ну, тоже актуально. Да, наша как бы роль это... Ну, я тут, конечно, это не упоминал. Где-то это может дальше просто есть. Ну, как бы мы начинали с того, что мы брингапили железо кастомера. То есть Qualcomm, они предоставляют BSP, понятное дело. Все с этим замечательно, ну, плюс-минус. Но это железо, точнее, этот BSP, он готов именно под... Qualcomm-овский evaluation там какой-то board. Но в любом случае это нужно переделать под железо заказчика. Ну, или даже не переделать, а просто довести до ума. Вот. То есть как бы брингапы тут входят, но по сути мы именно QNX там пару раз только брингапили на нескольких железках. В принципе, удачно. Вот. Но одна из таких крупных задача — это Video Framework Development. Собственно говоря, все начиналось очень просто. Нам нужно было быстро поднять какой-то дисплей. По-моему, это был DSi. По-моему, только был DSi доступен как раз в этот момент. То есть мы показали себя хорошо. Клиенту это очень сильно понравилось, видимо. И он решил нам накидать как можно больше задач по, ну, говоря, грубо говоря, по инициализации различных панелей. Различных дисплеев. Ну, как бы, с учетом того, что я говорю панель подразумевает, что там есть ну, еще какой-то десериализатор. Поэтому можно сказать, что мы несколько десериализаторов подняли, и плюс там до 5-6 различных дисплеев, а может даже больше. То есть мы как бы начинали с каких-то очень простых, это было 720p, потом мы через какое-то время добрались до Full HD, потом до 2К, а потом вот до 4. То есть там 4К дисплей, он, по-моему, как раз будет использоваться в некоторых... не скажу, каких конкретно моделях, но, в общем, там 32-дюймовый дисплей, ну, он как бы... Он просто длинный, получается. То есть он достаточно узкий, но он длинный. Вот. Ну, это одно из таких последних достижений. И как бы разработка этого фреймворка продолжается, потому что работы там, в принципе, немерено. Как бы сериализаторы и десериализаторы — это вроде бы как простые девайсы, но на самом деле там очень много можно копаться, много чего настраивать, и, в принципе, поэтому мы этим и заняты. Тоже одна из крупных задач — это Voltage Monitor System. Ну, собственно говоря, это возможность клиентам, каким-то приложениям подписываться на мониторинг напряжения в системе, и в случае каких-то проблем они могут выключиться, ну, как бы деинициализировать там свою какую-то периферию и ну, упасть, наверное. Или перезапуститься, или там как-то просто выключить периферию и подождать, пока все не станет хорошо, потому что ну, собственно говоря, мониторинг там происходит очень часто, ну, собственно говоря, для вот этих целей, чтобы выявить overvoltage какой-то или undervoltage, ну, как-то так.
Ну, Power Supply Wake-up, в принципе, что о них можно такого рассказать интересного? Ну, Wake-up, он больше занимается именно пробуждением системы из сна. Допустим, если там мы какой-то suspend to RAM ушли, дальше в любом случае нужно проснуться и, ну, как бы... Это драйвер, он один из первых получает сообщение, что система хочет заснуть, и дальше уже начинает тушить остальные приложения, которые должны быть, ну, деинициализированы перед сном или там. Состояние должно быть сохранено. Ну, про Power Supply ничего такого интересного не расскажу. В общем, как-то это связано тоже с Power Supply. Да, ну и Production Diagnosis — это, собственно говоря, то, что уже будет использоваться, ну, во время непосредственной работы автомобиля. Сбор там данных каких-то по термал, ну, по температурным перепадам, может, вот тот же самый overvoltage и так далее, то есть это будет сохранено. Вот, ну и так далее, потому что задач сейчас очень много. Собственно говоря, вот мы поэтому расширяемся. Проект начинался, там было в 2018 году 5 инженеров. Сейчас, спустя 2 плюс года, у нас больше 23-25 человек. Это так. Вот. Ну и большая часть людей занимается QNX, Android и Linux. И там еще часть по автосару. Ну, как бы. Поэтому я автосар включил обсуждение, но в любом случае это просто overview, никаких таких глубоких деталей я не расскажу в этом видео. Да, ну, собственно говоря, про QNX Hypervisor можно... Ну, мы его как бы не совсем-то и трогаем, просто мы там его пару раз настраивали, когда это нужно было во время BringUp'а сделать. Собственно говоря, Type 1... Он ранится на железе, а не на какой-то операционной системе. То есть, ну, как бы, может быть, вы слышали про Xen или Xen. В общем, это в принципе похоже, но на самом деле по качеству исполнения можно сказать, что QNX Hypervisor очень сильно обогнал Xen, ну или просто. Просто это у меня такое впечатление сложилось, потому что с Xen очень много проблем обычно бывает. Гипервизор от BlackBerry, он хорошо тестирован, может быть, и, наверное, это за счет того, что он оттейлорен инженерами самого BlackBerry перед тем, как его выпустили. Xen, он open-source, поэтому у него есть какие-то проблемы. То есть он, в принципе, работает, но его нужно, допустим, очень сильно доводить до ума. Ну, да, в любом случае можно эксклюзивно какой-то хардвар пошарить гостевой системе или шарить его между гостевыми системами. Это одна из возможностей. Очень маленький overhead. Ну, как бы в описании к этому гипервизору на сайте BlackBerry указано 2% по сравнению, если бы эта система ранилась на реальном железе. Что, в принципе, звучит очень реалистично. Да, и опять-таки тут security certification присутствует примерно такой же, как и его ISO 26262. Вот, ну, easily scalable. Да. Можно накидать сколько, ну как, чтобы сколько угодно гостей, но в принципе, их можно добавлять в зависимости от того, сможет ли железо это осилить. Да, собственно говоря, AGL, до которого мы наконец-то добрались. Qualcomm на самом деле он не предоставляет прям какой-то чистый AGL. Ну, в принципе, Qualcomm он предоставляет именно Port Support Package для своего железа, и, в принципе, они готовы к употреблению. То есть, ну, как бы,
Это выглядит так, что можно скачать этот пакет, собрать его, зажить какую-то борду, и в принципе с 90% вероятностью он запустится, даже если не будет каких-то изменений для кастомер-железа. То есть это хороший результат, я бы сказал. То есть это, допустим, если про Agile говорить, то он не закрашится, скорее всего, да, там, если пытаться обратиться к несуществующей периферии, то он упадет, но это норма. Но так, в принципе, можно сказать, что это приличная версия. Собирается на Yocto. В принципе, Yocto — это тоже как бы стандарт уже для автомотива. По крайней мере, я был на 3-4 проектах автомотивных, и везде использовалась Yocto для сборки Linux. Иногда это был не автомотив Grade Linux, был просто какой-то Linux, но он собирался в любом случае Yocto. Ну, да, собственно говоря, это то, что мы делали. То есть мы брингапили на большом количестве железа кастомера. То есть, ну, как бы я упомянул, что есть low, mid и high, но на самом деле у этих трех вариантов есть еще, ну, как бы, развитие, что ли. Ну, в общем, мы, допустим, начинаем с A-type борды, потом как бы там проходит несколько версий этого железа, потом релизится B, и тут тоже может быть там от нуля до, не знаю, до 3-4 версий. И дальше как бы, ну, уже это считается релизная версия, это C-type железа, то есть оно уже не меняется, в принципе, то есть не, там, ни разводка не меняется, ничего такого. Может быть, что-то еще доделывается, но это не точно, потому что все-таки бывает там C1 sample, C2 и так далее. Вот, но в принципе, как бы, A-sample — это что-то... Ну, это, кстати, это можно приложить к любому автомотив проекту, оно будет правдиво. То есть A-type — это что-то типа engineering sample, который неполноценен с точки зрения конечного продукта. Там не хватает периферии или, допустим, разводка не совсем та, которая будет в конечном варианте. Но, как бы, в любом случае, на чем-то нужно уже работать, потому что мы всегда спешим заделиверить как можно больше и как можно быстрее. Потом B-sample — это что-то уже близкое к релизной версии, но в любом случае тут меняется и разводка, может измениться, например, версия микросхемы. Допустим, в случае у нас вот с сериалайзерами поставщик... Он просто его улучшил. Ну, как бы железо просто настолько новое, что, ну, во-первых, его нет в продаже, во-вторых, оно еще в процессе разработки, допиливания. Поэтому вот у них получилось его доделать до какой-то там версии, допустим, 2.0, и они ее нам зарелизили. Ну, и как бы хардвар отдел запаял. Ну, естественно, нужно было это проверять. Ну, а C-sample, как я говорил, что это вот конечный вариант, и там уже все прибито гвоздями, грубо говоря, и ничего не поменяется. Главное, чтобы оно работало. То есть в любом случае это вся периферия вот максимально сильно вылизывается, проверяется абсолютно все. Ну и может быть, если что-то во время этих тестов выявлено, то тогда мы брем железо на доработку и получаем там C2 sample и так далее. Вот. Ну как бы. Как-то так оно происходит, на самом деле. Ну, если что, там в Q&A секции обсудим, если кому-то интересно. Да, собственно говоря, наша роль в этом, мы делали, вот именно на Agile у нас происходил основной брингап железа. То есть мы брали Agile, который работает на Qualcomm-овской борде и был создан для нее. Меняем Device 3, меняем kernel драйвера, то есть мы или добавляли даже новые драйвера абсолютно, то есть пару моментов было, или мы переделывали существующие драйвера для того, чтобы они работали с нашим железом.
Ну и что еще? Ну, еще, конечно, были варианты, когда железо, допустим, почему-то не дружило с драйверами в ядре. Такое было один раз именно из-за того, что у нас был engineering sample сериалайзера, и он не очень хотел почему-то инициализироваться со стороны ядра, поэтому его как бы настроили со стороны user space. Но как бы все это происходило именно из-за того, что девайс настолько новый и настолько неполноценный еще, что его нужно было допиливать как-то скриптами на шеле. То есть как-то вот так. И, ну и, собственно говоря, дальше часть наработок шла в QNX. Это тот видеофреймворк в основном. Что-то там частично шло для Bluetooth VLAN. Некоторые изменения были такие, что ну, пригодились даже для продакшн-версии. Собственно говоря, в Tomato Grade Linux это ну, не продакшн, если что. Вот. Ну и, собственно говоря, для чего он использовался на одном из проектов, это Design Verification Testing, DV-тесты, о которых, ну, в принципе, можно найти информацию. Железо в течение, я не знаю точные цифры, но, по-моему, как минимум месяц или даже два, подвигается механической какой-то нагрузке, перепадом температуры, производятся какие-то перформанс-тесты. Ну и это способ выявить какие-то проблемы софта, железа. То есть софт может быть недоделан до какого-то приемлемого состояния. Ну, что я имею в виду? Допустим, вот... мы подняли какой-то там дисплей или какую-то камеру. Она, в принципе, работает. Мы можем получить изображение на дисплее. Если мы говорим про камеру, то мы можем ну, поток направить в дисплей на панели, имеется в виду, и посмотреть то, что камера передает. Вот. Но, допустим... Допустим, не знаю... 30 перезапусков борды, они закрашат почему-то эту камеру, она не будет работать, ну, например. Или, допустим, подключение, при подключении камеры тоже может что-то поломать. И, допустим, если там, не знаю, первых 10 раз это был hot-plug, то почему-то с 11 раза приходится перезапускать видеофреймворк для того, чтобы эта камера опять заработала. Ну, то есть вот с помощью вот DV-тестов это все... обнаруживается. И дальше ну, как бы с нами связываются люди, которые занимаются этим, и мы помогаем это пофиксить им. Кстати, именно для DV-тестов, то ну, борда тестируется отдельным как бы хардварным тест-сьютом, свитом. Как бы это просто отдельная еще железка, которая генерирует сигналы для камер, на самом деле. То есть там нету реальных камер, там эмуляторы стоят. И то же самое для дисплеев. То есть вместо дисплея там стоят какие-то некие фреймграберы, которые сгенерированные имиджи они улавливают. Ну, в общем, это не, как бы этот тест происходит не с реальной периферией, если мы говорим там про дисплей и камеры. Вот. Ну, а все остальное, как бы там, Bluetooth, VLAN, USB и так далее, оно тестируется как если бы это была, если бы эта инфотеймент-система стояла вот в реальном автомобиле. Вот. Ну, а на втором проекте Automotive Grade Linux, он используется как SDI-система, но мы как бы, мы там не участвуем, поэтому я как бы сосредоточился все на том, что мы тут делали брингапы, и мы занимаемся DV-тестами, ну или помогаем ими заниматься другим людям. Вот. Ну, естественно, Android, куда же без него, он на нашем вот основном проекте, он используется как костевая система. Собственно говоря, про Android я мало чего могу сказать, потому что мы в него особо не лезли. Когда вообще проект начинался, то был Bare Metal Android, примерно как вот этот Automotive Grade Linux, он как бы Bare Metal, то был и Android Bare Metal, который запускался чисто на железе без QNX, не в гипервизоре.
Вот. И, ну, мы, в принципе, тоже там делали брингапы первое время, но я на этом не буду сосредотачиваться. По сути, да, он вот в Android, как гостевую систему, там пошарен DP-дисплей, ну, как бы, если мы уже говорим, зачем он может использоваться, и этот DP-дисплей используется как head unit. Естественно, как бы там автомотив халы присутствуют, которые нужны для работы с некоторой автомотив зависимой периферией. Что еще можно сказать? Ну да, head unit дисплей пошарен, там же и будет работать rear seat entertainment. Туда же пошарено аудио, по крайней мере, часть, это точно. Ну, в любом случае, там нужно будет с помощью Android, ну, инфотейм-система на Android совершать звонки или там слушать музыку, поэтому это все делает Android, потому что, ну, вот, собственно говоря, почему Android и выбирает, потому что у него очень много готового софта уже, плюс красивенький интерфейс. Ну, у KNX как бы тоже есть красивый интерфейс, и, в принципе, он используется для кластера, но для инфотеймента берут всегда Android, ну, или AGL. AGL, собственно говоря, с Android, они, ну, насколько я понимаю, они соперничают. Но не знаю, насколько это работает для AGL. Но некоторые, в любом случае, на некоторых проектах его выбирают. А, вот. Ну, это типично, то, что VLAN и Bluetooth пошарены в Android. Они, в принципе, к Unix не очень нужны. Вот. Ну, USB там частично пошарено, то то туда в QNX, то в Android. Apple CarPlay. Кстати, вот без Apple CarPlay, собственно говоря, Apple чипа для аутентификации. Ну, не знаю, конечно, не скажу за все проекты, но, в общем-то, на всех, на которых я работал, этот чип присутствовал. Ну, так как мы в него особо не лезли, там очень сложная система NDA, так что мы просто можем догадываться, что он работает, потому что на него никто не жалуется. Вот. Ну, как бы да. Мы шерим ресурсы в Android. Ну, если мы говорим там про Bluetooth VLAN, это было достаточно просто. Ну, как бы, в принципе, ITC, DP — это тоже ничего сложного, но это как бы выполняется постоянно в рамках видеофреймворка. Так что это плюс-минус активная задача, а Bluetooth VLAN, они уже пошарены, они работают, и все там хорошо с этим. Да, насчет автосара, собственно говоря, но опять-таки на всех проектах нашего клиента присутствует автосар в каком-то виде определенном. В случае нашего основного проекта, который стартовал очень давно и, как я говорил, закончился в 2023 году, автосар работает на отдельном чипе от Renesas. И это, кстати, по-моему, тоже можно назвать некоторым трендом, в принципе, то, что есть отдельный чип, на котором работает автосар от различных производителей. Ну, об этом я потом расскажу. Просто почему вас автосар не всегда воспринимает, не понимает, что это такое, и, в принципе, как с этим жить. Вот. Ну, собственно говоря, автосар, он обычно выполняет роль контроллера, ну, различной периферии в автомобиле, но в плане вот датчики скорости, там, может, давление в шинах, уровень топлива, управление светом, ну, и так далее. Вот. И дальше он коммуницирует с основным чипом, на котором работает инфотеймент-система. Ну, это кластер плюс head unit. Вот. То есть он собирает информацию по датчикам и там по SPI, чаще всего по SPI, по двум SPI на самом деле. Один для
коммуникация со стороны вот Renesas-чипа в сторону Qualcomm-овского, и второй наоборот, в обратную сторону. Вот иногда там еще присутствуют дополнительные шины, но это такое. Стандарт — это именно два SPI. Вот. Ну, можно сказать, что мы с какого-то времени, ну, где-то там с 2019 года, по-моему, начали работать над автосаром, развивать эту экспертизу, в принципе, ну и как бы участвовать на проекте заказчика. Собственно говоря, что такое автосар? Автосар, ну, во-первых, это да, это Automotive Open System Architecture стандарт. Он открытый, о нем можно почитать. Заходим на сайт автосара, и, в принципе, там можно выкачать абсолютно любую документацию по любому компоненту этой системы и узнать все то, что нужно. Так как документации очень много, в принципе, никто этим не занимается. То есть есть какие-то определенные задачи, и тогда люди к ним как-то систематически подходят. Просто читать про автосар — это, я не знаю, это надолго. На самом деле документации там очень много. Опять-таки, он safe by design, как обычно. Именно поэтому-то его используют. Ну, я там еще дальше расскажу, потому что автосаров бывает несколько. И если кто-то про автосар слышал, это не имеется в виду автосар Classic и Adaptive. Это кое-что другое. Вот. Да, собственно говоря, AZLD. Именно поэтому его и берут на эти проекты. То есть какая-то другая система, это было бы, ну, неправильно. Никто бы это не сертифицировал, никто бы не допустил систему без автосара в производство. Какой-то релизный продукт. Это вряд ли. Зачем он был вообще нужен? Ну, improve software quality — это понятное дело, куда же без этого. Ну и reduce cost by reuse. Reusability — прям очень-очень большая тема автосара. Да, использование одинаковых функций там между carlines, между разными OEM-ами, basic software, бла-бла-бла. Все это понятно. Суть в том, что как бы есть стандарт, и есть несколько компаний, которые разрабатывают по этому стандарту свои версии автосара. Ну, как бы сказать, типа, свои версии автосара — это, конечно, очень странно, потому что стандарт один и тот же. Просто вот есть электробит и есть вектор. Ну, есть еще как бы участники, которые этот автосар, ну, планировали, собственно говоря, создавали этот стандарт. Они там могут свои какие-то версии имплементировать. Это, в общем, кто хочет, тот и может, в принципе, автосар сделать. Это несложно, так как, ну, это открытый стандарт. Вот. Ну, и, собственно говоря, вектор и электробит, как основные поставщики, они создают инструменты для автосара, ну, и как бы часть компонентов, притом большую часть. Вот, собственно говоря, эта картинка, ну, плюс-минус наглядно показывает, как выглядит автосар. На сайте Вектора это выглядит намного более стрёмно, поэтому я не решился ее включать, и там можно было бы запутаться запросто. Вот у нас есть микроконтроллер, ну, собственно говоря, как он называется, ICU, Electronic Control Unit, насколько я помню. Вот, у него есть микроконтроллер Abstraction Layer, MCAL, который, ну, понятное дело, находится прямо над своим микроконтроллером. И дальше, вот, собственно говоря, идут уровни абстракции, которые включают там некоторые сервисы. Memory Hardware Abstraction Layer, ну, Communication, все это понятно. Все это доходит до Runtime Environment, который тоже предоставляется, ну, как бы, наверное, лучше было бы объяснить это так, что MCAL предоставляет производитель SoC. Ну, в случае Renesas, то, ну, это Renesas, понятно.
Его, конечно же, нужно немножко доделать под заказчика, потому что куда же без этого. Что-то может выключить, там какую-то периферию какую-то нужно включить, ну и так далее. Вот. Если мы уже говорим про вот System Services, Memory Services, Communication Services, вот этот весь уровень, это предоставляет или электробит, или вектор. Ну или там, если ваш клиент решил это разработать самостоятельно, то он это как бы разрабатывает, и runtime environment разрабатывает, тулы там, собственно говоря, все эти нужные библиотеки. Потом это, правда, нужно сертифицировать, поэтому попроще купить у вектора или электробита готовый пакет. Ну, тут еще отдельно идет вот комплекс drivers, но это, не знаю, с моей точки зрения, некая лазейка, короче, чтобы пропустить MCAL уровень, вот эти все уровни, и просто попасть в runtime environment. Но, окей, в принципе, наверное, без этого было бы сложнее жить. Наверное, есть какие-то драйверы, которым не нужно подчиняться вот этой вот всей архитектуре. Ну, ладно. Тут же есть runtime environment, в котором... На самом деле, про runtime environment я мало чего смогу рассказать. Так что, наверное, лучше это скипну. И есть application layer. Как бы по-хорошему, на самом деле, вот, все это разрабатывается и предоставляется там вектором или электробитом, чтобы вот вообще просто пропустить всю эту разработку, всю эту муку с настройкой. Ну, как бы там настройка все равно будет, но я чуть-чуть дальше расскажу. И все сводится к тому, что люди разрабатывают просто на application layer приложение. И все. И дальше они себе спокойно работают с микроконтроллером. С каким-то. Этих ACU, ECU может быть очень много, на самом деле, в автомобилях. Ну, и их есть много. Ну, это как больше абстракция. То есть в любом случае это все крутится на одном Renesas-чипе. Или каком-то другом, какой выберут. Вот. Ну, по сути, вектор предоставляет пакет библиотек, инструментов, как это можно собрать и сконфигурировать. Дальше, собственно говоря, происходит вот пляска с настройкой environment. Я вот был на тренинге именно в векторе. И, ну, это нетривиальная задача на самом деле. То есть там действительно без тренинга очень сложно было бы разобраться. Вот, ну, дальше там runtime environment запускается в любом случае. Ну, а application layer, в принципе, часть кода даже сгенерена автоматически. Поэтому нужно вот в часть функции просто вписывать свой код, собственно говоря, что ты хочешь, чтобы в этой функции исполнялось. То есть, как бы, система очень хорошая. Ну, как бы, стоит немало, но отличный инструмент для такой быстрой разработки в автомотиве. Я думаю, если что-то похожее на автосар было бы везде, то от Linux и прочего бы отказались. Если можно было просто купить все готовое и потом писать приложение, то я думаю, все так бы делали. Вот. Как бы наша роль начиналась все как бы просто то, что я говорил, нужно в любом случае MCAL уровень забрингапить до какого-то состояния, чтобы он работал в соответствии с требованиями заказчика. Поэтому наши ребята это делали, и они продолжают это делать, потому что ну, железо еще подъезжает в любом случае. Мы еще стоим на B-сэмплах, еще будет что делать. Вот. Естественно, какие-то после этого начали возникать пожелания, чтобы ну, заимплементировали какие-то фичи. Например, как я говорил, есть коммуникация между Renesas и Qualcomm по SPI, то есть что-то может происходить, ну и что-то в любом случае происходит на Renesas. Автосар там что-то получил от чипа, и это нужно сообщить QNX. То есть тут работа именно с какими-то коммуникационными протоколами. Ну, если кто-то из нашей команды по автосару будет рассказывать, то они расскажут более детально. Суть такая.
Ну, или там QNX что-то должен переслать автосару, чтобы, не знаю, он там, не знаю, какую-то периферию вообще погасил, то есть деинициализировал. То есть вот, вот такие задачи присутствуют. Ну, естественно, тестирование, интеграция того, что, что мы сделали, что сделал заказчик. То есть, да, неизбежно. Да, ну, по сути, как бы это все. То, что я хотел сказать про ISO 26262, ну, собственно говоря, это именно как это, стандарт безопасности, ну, в плане того, что как бы автомобиль, его система во время работы, они не должны привести к тому, что ну, что человек будет травмирован или вообще умрет. То есть, чтобы там, не знаю, внезапно тормоза не отказали, ну, если не там как-то. Ну, в любом случае, это не механические, а там на электрических каких-то приводах, чтобы они не отказали, и мы могли ими воспользоваться в нужный момент. Ну, или еще что-нибудь. Ну, как бы, ну, чтоб такого сходу вспомнить. Не знаю. Ну, по сути, это именно стандарт о том, чтобы человек во время пользования автомобилем, который сертифицирован по IOC 26262, он не пострадал ни в коем образом. Никоим образом. Вот. Поэтому, собственно говоря, вот то, что автосар и QNX, и гипервизор на QNX, они сертифицированы, это очень хорошо, и именно поэтому их-то используют. Ну, это как бы, наверное, это стартовая причина, что ли, по которой их начинают использовать. Потом уже можно думать о том, что там есть как бы какой-то интерфейс, там какая-то периферия поддерживается из коробки. То есть это важно. Это в любом случае важно, потому что, ну, как бы, как и в любой индустрии, да, там, автомотив, это медикал или еще что-нибудь, важно иметь какой-то набор инструментов уже готовый, чтобы, ну, запустить проект. Это будет намного проще и, ну, эффективнее в плане времени. Ну, и рабочие силы, понятно. Вот. Но вот безопасность, это как бы превыше всего в автомотиве. Ну, по крайней мере, к этому стремятся. В любом случае, наверняка есть какие-то случаи, где вроде бы сертифицированный по ASIL-D девайс кого-то покалечил. Всякое может быть, но, по крайней мере, к этому стремятся. Ну, по сути, это как бы все. Всем спасибо. Я думаю, что можно перейти к Q&A секции. Так. Окей. Вы занимаетесь построением изображения для автомобиля? Можно поподробнее? Если честно, я не совсем понял, что имеется в виду под этим вопросом. Если честно, я не знаю, что ответить в этом случае. Построение изображения, типа какая-то схема автомобиля, типа как вообще там вот он в корпус, ну как бы с точки зрения корпуса. Я не понимаю, к сожалению. Может, вы там перепишете вопрос. А что автомобиль видит? Перед собой. Ну, наверное, это уже уровень более высокий, скорее, приложение. Я не уверен. Наверняка эта часть будет ADAS-системы, которая будет использоваться нашим клиентом, но как бы нас сейчас больше интересует уровень железа. Там, так глубоко я не смогу копнуть. Извините. NAND. Возможно. Но это не точно. Я не скажу.
На самом деле, если мы говорим про UFS, то UFS чипы, они работают из коробки от PSP на квалками. Поэтому, в принципе, в них никто особо даже не лазил. И NAND это, или NOR, не скажу. Документация как бы у меня есть, но я этот момент точно, я в этот момент точно не вчитывался. Так, PT Mac отдельно от VLAN Mac, да. Чем использовать UTP, поверх кабеля UTP, если можно взять Ethernet AVB. Ну, Ethernet AVB тоже как бы и присутствует на этом проекте. Почему использовать EDB вместо него, точнее, как бы вместе с ним даже? Я не знаю, это так придумали инженеры нашего клиента. Наверное, скорее всего, это просто предположение, потому что A2B это относится чисто к аудио, а AVB, насколько я знаю, это относится к аудио и к видео. И, может быть, видео как раз передается через AVB. Но я ничего на этот счет не могу сказать более точно. То есть ADAS-сенсор управляет ACU. Вячеслав, есть просьба от участников. Можешь, пожалуйста, зачитывать вопрос полностью? А то мы не видим все вопросы. Еще. Да, спасибо тебе большое. Окей. Если это был полностью, то прости, пожалуйста. Ну, окей. Я могу зачитывать с ником того, кто это пишет. Вот Dark Lord написал. То есть ADAS-сенсор управляет ACU. ADAS-сенсор управляет ACU. Нет, ADAS-сенсор не управляет ACU. ACU управляет ADAS-сенсором. Я надеюсь, мы говорим о камерах. Но, типа... Не знаю. Наверное, то про... если мы говорим про картинку, на которой было изображено... изображены сериалайзеры и десериалайзеры, то она может быть немножко неправильная. Но просто она была максимально простой, вместо того, что обычно выкладывают на сайтах там TI или Maxim Integrated. Поэтому ADAS чип, он как бы находится не на самом SoC, он находится, понятное дело, ну как бы рядом с ним на одной борде. Управляется через A2C. И дальше через определенный физический порт происходит уже коммуникация именно с камерой. Если я не ответил на вопрос, то я думаю, можно еще раз как бы уточнить его, дописать. Так, Дмитро. A2B шина используется только для аудио? Ну, в данном случае да. Я, если честно, не уверен, что она может использоваться для чего-то еще. Ну, в тех схемах применения, которые я видел, это было чисто аудио. Dark Lord. О, видео равно передается, а обработка. Ну, если мы говорим о том, кто обрабатывает видео для того, чтобы создать, допустим, ну, вот этот обзор на 360 градусов, то этим занимается отдельный BSP в самом SoC. Специально для этого создан, и он даже позволяет очень быстро поднять rear view камеру. Но по утверждениям инженера Qualcomm, это за одну секунду. И, по-моему, это такие правда. Юрий Данченко. Все девайсы выкрутывают один кабель. Ну, хорошо, я так понимаю. Да, если бы я на эти ответы отвечал бы лайв, то я был бы хотя бы в контексте. Но я думаю, что речь идет о том, о чем я зачитывал. То есть, если мы говорим про A2B, то на одном как бы кабеле висит несколько микрофонов и динамиков,
если мы говорим про сериализеры и десериализеры, то обычно... Что можно сказать? Да, у нас, скажем... Ну, вот это особенно хорошо видно в плане камер. То есть камера подключается в один... как бы в одну часть порта на четырех. Ну, это типа Факра, если кто знает, или коннекторы типа Розенберген, там от двух до четырех или скольки-то отдельных подключений, и вот его, да, ну, эту камеру можно воткнуть прямо в один такой этот порт, и, да, она работает по одному кабелю. То же самое можно сказать про дисплеи, на самом деле, они тоже подключаются, просто там немножко схема другая, и вот конкретно один дисплей в один этот порт никто не втыкал. Ну, как бы, в принципе, да. Можно сказать, что да. Назар Сапиха. Почему данные с камеры кругового обзора не используются для паркинга? Много денег, чтобы поставить по камере на функцию? Не знаю, это разработка инженера у клиента, то есть им виднее. Наверное, это лучше для конечного клиента, ну, конечного пользователя. Dark Lord, Echo Sonar по периметру. Не знаю, ничего не смогу ответить на этот вопрос. Так, если это был вопрос по одному кабелю, то да, да. FPD 3 или 4 Link, он идет по одному кабелю, по одному коаксиальному кабелю. Плюс питание тоже. Dark Lord, коаксиал, а ничего, что корпус авто, общий минус. Не знаю. Спасибо за вопрос. Александр, Surround View Software, сами пишете? Нет. Как бы мы в основном предоставляем именно, ну, как бы BSP, может быть, с немножечко более high-level'ными функциями, но мы не пишем user space приложение, по большому счету. Dark Lord, как сел время чистки салона замокнет, UTP может замокнется временем. Почему не оптика? Хороший вопрос. Такое просто применяется в автомобиле. Я не знаю. Видимо, так. Такой стандарт на данном этапе. Не знаю. Я, если честно, ничего не скажу про оптику, потому что я ни разу не видел оптоволоконных кабелей на автомобиле проектах. Может, я еще до этого просто не добрался, но не скажу ничего. Так, Dark Lord. Выходит, еще за час життя разробки. Выходит, еще час життя разробки, час подтримки андроида. Что за бред? Ну, как бы я не говорил, что андроид используется тот, который был выпущен еще на старте проекта. Как бы во время разработки происходила миграция. Я думаю, что если андроид еще перевыпустится, то мигрируют и на него. Я думаю, что с помощью Qualcomm это будет прям очень просто. Dark Lord. Нет смайлики. Вольтаж нужен для ручного управления собственного... То есть режимами работы инжектора, электромотором. Ну, как бы я не автоинженер, поэтому... Не знаю. Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть ничего, поэтому окей. Dark Lord. Вольтаж нужен для съема состояния сенсора наклона и удара, в зависимости от тряски режим движения другой ручной. Ну, это как бы все идут не вопросы. Я, если честно, не понимаю, как это связать. О, это прям живая коммуникация получается.
Окей, спасибо за информацию. Опять-таки Dark Lord. Насчет краша камер в автотестере состоит. Автотестере состояния. Пусть некоторое время камера будет busy, проверит себя насчет трансляции. В это время микроконтроллер оценивает, идет ли на TX что-то с камеры, и говорит уже тестеру, что все ок, плохо. Ну, спасибо за идею. Так, Dark Lord. Нет вопроса Bluetooth и Wi-Fi на общем кристалле. Проблема безопасности. То есть любой человек с телефоном, на котором есть Wi-Fi и Bluetooth, может управлять и этим транспортом. Ну, как я говорил, что мы не занимаемся вопросами безопасности на данном этапе. Нас интересует PSP, который инициализирует хардвар. Что там будет происходить дальше? Ну, это было бы замечательно узнать, но задач и так много. А почему не... Сергей Неодничук, извините, если я не так прочитал, чему вы выкрестовываете Adaptive AUTOSAR? Ну, на некоторых проектах в Global используется Adaptive AUTOSAR, но вот конкретно наш заказчик, он решил, что будет использоваться Classic AUTOSAR. Dark Lord, AUTOSAR равно Open Hardware Architecture. Нет. Сергій Неоднічук, яка гостьова система відповідальна за діагностику? Ну, я бы не сказал, что гостевая система отвечает за что-то больше, чем за инфотеймент. Наверняка она скидывает какие-то данные, ну, на той, ну, той системе, на которой она запущена, но этим больше занимается именно QNX и AUTOSAR. Даже, наверное, если мы говорим про какие-то именно авточасти, то это больше... Это больше AUTOSAR, а если мы говорим про там периферию, то это QNX. Dark Lord. AUTOSAR плюс Java must be или App Layer другое? AUTOSAR и Java? Я не понимаю, о чем вы говорите, честно говоря. Ничего не скажу. Сколько я знаю, на Application Layer используется C++. Если там можно использовать что-то другое, ну... Возможно, если поставщики это заимплементили, то почему бы и нет? Но думаю, что это будет очень медленно и очень бесполезно. Алексей Вородин. Как описано, аппаратное обеспечение подключается к коншине. Если с помощью адаптера, то не создает ли это задержки сигналов? Что важно для реал-тайм вычислений? Да, если еще понять, какому аппаратному обеспечению. Знаете, ну, в любом случае, как бы, вот то, что у нас происходит на проекте, Renesas, чип, на котором крутится AUTOSAR, он подключен к КАНу и Лину. И, собственно говоря, то, что там происходит, не в скопе моих задач. Есть ли там задержки? Ну, наверное, нет. Но ничего не буду утверждать конкретного. В любом случае, если там есть какие-то неуместные задержки со стороны хардвара, софтвара, то их должны будут пофиксить в любом случае. Иначе этот софт просто не выпустят. Насчет адаптера тоже ничего не скажу. Паша Чернушенко, как насчет разработки какого-то мотор-контроллера или BMS? Не дают на аутсорс? Нет. Ну, может, конечно, кому-то дают, но...
Я не в курсе. Рад Редецкий. Еще понятно, что именно под что именно пишете драйвера к Unix или AJ для Android, или под все. Куда именно, куда имеете право лезть? Ну, как бы мы имеем право лезть почти везде. Как бы, как я говорил, что мы в основном начали, как бы мы вошли в проект через AJ и Android, Bare Metal. То есть даже, можно сказать, сначала через Android, а потом уже через AJL. То есть там мы правили через драйверу в любом случае. После этого эти наработки, в общем-то, они пошли и в драйвера для QNX. И сейчас на одном из проектов мы больше занимаемся QNX-драйверами. Но как бы AJL там тоже присутствует. То есть мы с AJL именно для тестовой системы мы уже почти закончили, но это не точно, да, там еще полгода, может, до года для AJL придется или какие-то конфигурации дополнительно пилить для периферии или драйвера обновлять. То есть посмотрим. В любом случае, у нас есть один из десериализаторов, который он еще не релизнулся OEM, поэтому его нужно будет поднимать в любом случае. И это будет AJL драйвер. А потом это нужно уже будет делать для QNX. Так что это еще и QNX драйвер. Вот. Ну, если с точки зрения вот именно продакшн-системы, которая будет использоваться, то ну, как бы QNX и немножечко Android. Ну, надеюсь, я ответил, но не факт. Если что, можно там написать еще один вопрос. Паша Чернушенко, где-то можно полностью ISO 26262 почитать, а то встречал только платный доступ. Да, потому что это платный стандарт. В принципе, то, что доступно в интернете, именно то, что то, о чем рассказывают об этом стандарте, этого достаточно. Ну, как бы, скажем, 99% разработчики на автомотив проектах, вот именно разработчики, они не будут про ISO 26262 знать в принципе. Ну, как бы, это хорошо, если они будут это знать, то есть это будет полезно для их роста. Но, скажем, как бы наш клиент, он контролирует качество того, что мы пишем, в принципе. То есть если мы там, будем выходить за рамки ISO, то нас туда поставят. То есть мы доделаем какие-то тесты, там, юнит интеграционный и так далее, и просто пойдем дальше. Вот. Метро Семенец. Вопрос по гипервизору. Поддерживает ли QNX гипервизор SOC типа Big Little? Не скажу. Не знаю насчет этого. По крайней мере, с того, что я читал, вроде как нет. Денис Незовец. Какие фреймворки выкористовуете для побудовы графики на инструмент кластер? Qt Power QNX? Ну, мы как бы не занимаемся этим, но да. Qt Power QNX. Ну, это стандартный инструмент, поэтому как бы придумать колесо тогда, когда оно уже предоставлено, я смысла не вижу, но да. QNX Power Qt Power QNX. Так, Сергей Наудничук. Питание по сейфти. В каком виде передается видео? Ну, пока оно как бы в открытом виде передается, но, собственно говоря, сериализеры, они некоторые... Я просто не знаю, все ли... Короче, не скажу точно сейчас, но сериализеры, они поддерживают HDCP. Поэтому, если что, оно может быть защищено. Вот. Вячеслав, на каких процессорах работает автосар? Ну, окей, как бы типичное решение, которое присутствует, это RH850 Trinisasa. Иногда встречаются другие. Но в основном это именно RH850. Если я ответил на вопрос. Вроде в этом была его суть. Так.
Были ли, Евгений Влыпов, были ли проекты до Tier 1 заказчиков, с чего начинался автомотив лично у вас? Спасибо. Ну, как бы у меня до этого был другой клиент. В принципе, там схема была такая же, по-моему. То есть это был тоже Tier 1 подрядчик, просто другое поменьше. Там была инфотейминг-система достаточно простая, вот еще вот текущая. То есть там использовался Zen, а там использовалось несколько виртуалок на... Наверное, это было GL, я точно уже не помню. Может быть, обычный Linux, но скорее всего GL. И вот... Мой опыт начался с того, что я начал знакомиться с Yocto, собирать ее проекты и там, пересобирать некоторые модули, которые я добавлял. Очень важна была этому заказчику безопасность, поэтому нужно было портировать патчи на ядро, секьюрные, потом интегрировать и использовать AppArmor и DM Verity, которых почему-то не было там по умолчанию. В принципе, вот AppArmor и DM Verity — это тоже ну, стандарт безопасности, которые используются на автомотив проектах. Ну, не только на автомотив, но он тут встречается. Ну, как бы там совсем был минимальный опыт работы с железом, на самом деле. Ну, а потом этот проект завершился успешно, и мы вот перешли к текущему заказчику в 2018 году, и, в принципе, там начался именно хардкор. Что нужно было поднять еще очень много разной периферии на разных операционных системах, ну и как бы это до сих пор продолжается. Ну, сейчас, собственно говоря, вот как я говорил, что у заказчика есть еще второй проект, и я на нем больше участвую. Там, в принципе, ну, как бы пока из того, что видно, это DV тестировочная система, опять-таки. Но там опять нужно для начала забрингапить железо, потому что оно почти что не забрингаплено. Вот. Заказчик решил сменить SOC как бы во время проекта посредине, или даже не посредине, а ближе к концу. Не знаю, еще такое решение было, но вот сейчас справляемся с такими задачами. Собственно говоря, оттуда же этот HD-based появился, ну, и всякая другая периферия, но которая уже, в принципе, более-менее стандартная. Сергей Неодничук. Чи потребую QNX Modular Boot для IVS системы Shared GPU? Да, насколько я знаю, поддерживает. XSaniX. Какая версия QNX используется у вас в проектах? Седьмая. Макс Кохан. Не совсем понятно, для чего нужен автосар, если уже есть QNX. Нельзя ли было обойтись без микроконтроллера, а чтобы сразу все данные собирал SOC и обрабатывал в QNX? Ну, наверное, возможно, но... Наверняка это все сделано для того, чтобы разделить эту работу, чтобы микропроцессор на ренессанс микропроцессора с автосаром, он как бы обрабатывал больше сенсоры автомобиля, общался с ними. И дальше уже эту информацию как, в каком-то готовом виде передавал ну, основную систему, которая и инфотеймент, и там кластер-систему поддерживают. Вот. Просто, наверное, чтобы не перегружать. Ну, еще, может, какие-то security причины есть, но я сейчас их сходу не назову. Александр Радов. А что с Computer Vision? Какой чип юзают? Не скажу, потому что я не знаю. И я, ну, как бы мы работаем, как я говорил, с достаточно низким уровнем, поэтому
Computer Vision — это не наша, не наша тема. На данном этапе, по крайней мере. Ну, опять-таки, задач достаточно много, поэтому знать какие-то дополнительные детали иногда просто вредно. Так, Федер Бахапов. Отличается ли как-то автомотив embedded от обычного embedded в плане техник программирования? В плане техник программирования, ну, не думаю. Как бы желательно все-таки писать качественный, адекватный код, и я думаю, этого достаточно. Ну, и главное, чтобы он еще работал при этом все и не ломал какой-то другой модуль. Ну, каких-то специальных стандартов, ну, не знаю, честно говоря. Ну, я просто после, ну, обычно об этом, ну, у меня была первая компания, естественно, там был вот чисто embedded, да, такой очень простой. Но потом я перешел в Global и работал на медицинском проекте, поэтому вот после медицинского проекта автомотив, ну, как бы иногда он как-то более бесшабашный, может быть, не совсем безопасный, даже так можно сказать, но в принципе, в любом случае все достаточно хорошо тестируется и как бы... Ну, насколько я знаю, MISA применяется в любом случае. Поэтому ей нужно соответствовать. Но так, не знаю. Чего-то конкретного я сейчас точно не назову. Так, Анатолий. Одного ренеса CPU достаточно или есть варианты, когда их несколько? Да там с головой это очень похватит. Чтобы было их несколько, я даже не знаю. Ну, по крайней мере, в тех проектах, в которых я был, да, вот он один, и этого достаточно. Сказать, если будет больше, но... Я не думаю, что в этом даже был бы какой-то смысл. То есть это уже была бы какая-то такая тройная коммуникация, два чипа, на которых автосар стоит, они коммуницируют между собой и, наверное, между, ну, с SoC каждый отдельно. Или все идет через какой-то один... автосар, чип, ну, в общем, звучит немного сложновато. А вот система на одном чипе, ну, там, в принципе, Ratio 850 — это хороший чип, на нем делают инфотеймент-систему, то есть там не только автосар может крутиться, там может крутиться, ну, допустим, Zen и плюс какой-то Android виртуализированный, например, так что он мощный. В LE для периферии автомобиля используется... По-моему, да. Ну, не скажу точно. Так, Александр Радов. Для сборки и тестирования проектов используется Yocto. Да. Для части проектов используется Yocto. Она используется для JL. Автосар собирается отдельными тулами, QNX собирается отдельными тулами, Android собирается Android билд-системой. Поэтому. Владимир Петровский, имплементацию AUTOSAR Adaptive, якую компанию використовуєте на проектах? Ну, я не уверен, что я могу это сказать, ну и к тому же мы используем AUTOSAR Classic, не Adaptive. Ну, а одно из двух, как бы. Я думаю, они достаточно похожи. Так, ну, все как бы. Открытых вопросов больше нету. Спасибо, Вячеслав, за такой доклад и за то, что ты выдержал этот шквал вопросов. Это было почти 50 вопросов, и немножко таких комментариев. Сами поотвечали, либо это, ну, когда люди просто общались. Но это было сильно очень много по времени, наверное, почти как сам доклад. Большое спасибо участникам, которые пришли, которые тоже заслушали до конца. Выдержали. Кстати, большое спасибо за вопросы. Если у кого-то еще остались какие-то вопросы, то обязательно заходите в наши комьюнити, задавайте их, мы тогда запостим, скажем так, небольшую картинку, и по ней можно будет позадавать вопросы Вячеславу. Если кто-то хочет также рассказать что-нибудь интересное, а мы знаем, что бэтчики работают над разными интересными проектами,
мы всегда welcome, подключайтесь, сообщайте нам, и у нас вот есть площадка, где можно выступить и рассказать тоже какой-нибудь интересный доклад. Видео мы выложим, это все будет на YouTube, как обычно, в плейлисте, поэтому все желающие, кто не посмотрел или кто хочет пересмотреть, может тоже зайти и посмотреть внимательно. Еще на слово хотел еще добавить пару слов. Да, я присоединяюсь, Руслан, к твоим словам. Вячеслав, спасибо большое за доклад. Неимоверное количество вопросов за интересный доклад. Я еще раз спасибо большое участникам. Хотел бы еще раз напомнить про наш онлайн-марафон, Embedded онлайн-марафон. Ребята, кому интересно, мы продублировали линки в чате. Присоединяйтесь, оплайтесь, проходите интервью, присоединяйтесь к интересным проектам. Мы вас ждем. Всем хорошего вечера и большое спасибо за участие.